То, без чего не могли обойтись наши прабабушки. Женские секреты, о которых зачастую не знают современные модницы. В Бурлинском музее открылась выставка «Девочка-барышня. Дама». Вещи любезно предоставлены московским коллекционером Татьяной Макеевой. Этот веер – иллюстрация ко всей экспозиции. Рассказаны все этапы жизненного пути женщины. От девочки до зрелой дамы. Выставка содержит несколько тематических блоков, не кроме как жизни, да, жизненный путь женщины, но и такие тематики, как игры, то есть это свободное время, досуг, это и различные аксессуары для красоты повседневного пользования, это рукоделие, достаточно много предметов коллекции Татьяны Андреевны. Фитнес-клубов в то время не было, а потому пышность формам сзади придавали не с помощью приседов, а вот такими накладками с пружинами. Много интересного скрывала не только юбка, но и сумочка. Мне, конечно же, зеркало, а еще специальная книжечка из слоновой кости. Это было очень незаменимым атрибутом во время бала, поскольку дама фиксировала важную для себя информацию, а именно какой танец, кому она обещает и, например, сколько раз тот или иной кавалер посмотрел на нее, чтобы потом дома, наверное, уже провести какую-либо статистику. Информацию обо всех неизвестных предметах можно было получить в специальном каталоге. Там подробный рассказ, зачем нужно было то или иное дамам в прошлом веке. Безусловно, очень интересно, потому что есть предметы, назначение которых мы даже еще и не знаем. Вот несколько предметов, которые мы только здесь познакомились. Даже в литературе такого не встречали. Выставка очень интересная. Ну, для девочек особенно, да и для нас, для взрослых. Это тоже, говорю, своего рода некоторое открытие. Выставка будет работать до 15 мая. На то, чтобы узнать женские секреты, у всех любопытных еще есть время. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.